Умение преодоления – это награды в форме сердца, знак благодарности тем, кто помогает и сотрудничает с местной организацией инвалидов. Не было бы никаких успехов организации, если бы мы просто сами по себе жили, трудились. А мы именно в партнерстве с огромным количеством наших верных, добрых друзей творим добрые дела. За социальную миссию наградили министра здравоохранения Валентину Караулову и сотрудника соцзащиты Наталью Андрееву. Администрация города стала лауреатом премии в номинации «Партнер года». Я, конечно, все это передам в администрацию города, лично главе города Горшенину Николаю Анатольевичу и главе администрации города Комарову Александру Николаевичу. Это очень приятно. Это признание нашей общей работы. Диплом за партнерство получила и наша телекомпания. Прорыв года – это Татьяна Филиппова. Она стала призером всероссийских соревнований в Сочи. Награды, а также дипломы вручили по 6 номинациям. Арина Макарова, Евгений Ерофеев. Новости Димитровграда.